После ковида тахикардия сердца в порядке. После ковида тахикардия, запятая, сердце, в порядке. Там просто знаки препинания не стоят. Я понял вопрос. Тахикардия бывает у человека после ковида, когда он принимал лечение кислородом. Обычно бывает, да, как осложнение. Потому что дыхательная функция была ослаблена, на кислород его посадили, легкие еще больше ослабли. Потом кислород сняли, его выпнули на улицу. Вот, а сердце получило двойную нагрузку, потому что легкие и так не работают, им приходится толкать кровь, эту всю гонять. Вот. Либо же это просто как само по себе осложнение после ковида, если кислорода не было. Но обычно после кислорода бывает, не знаю, могу ошибаться. Вот, что делать? Восстанавливать функцию легких. Тренажер такой есть, Туи суперздоровье. Такой тренажер Туи суперздоровье. Там трубочка такая, дышишь и отработанным воздухом вдыхаешь. И функция легких увеличивается. Вот. Либо дыхательную гимнастику. Можно там бодифлекс делать, тоже хорошо. Да? То есть любую дыхательную гимнастику, которая раскачивает функцию легких, будет сейчас полезна. Вот. А функция сердца, она постепенно сама восстановится. Единственное, нужно сердцу дать подпитку в виде магния, натурал маг, в виде калия, добавка, не путайте с кальцием, да, именно калий нужен для сердца, и витамин Е. Витамин Е в дозировке свыше 800 миллиграмм в сутки. Вот. Ну и цешку, да, для комплекта надо. Вот эти вот все витаминки, тренировки по дыханию, и все, ваше сердечко восстановится. За месяц, я думаю, вполне.